следующем году в отношении земельного участка будет исключено понятие «дача». В связи с этим в ходе рассмотрения проекта на профильном комитете и заседаниях территориальных депутатских групп были внесены поправки в отношении земельных участков, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства и земель, частично используемых в предпринимательской деятельности. Депутаты проголосовали за установку налоговой ставки для таких земель в размере 0,22%. Кроме того, сохранили возможность полного освобождения от уплаты налогов лиц определенных категорий. Земельным налогом мы сохраняем ту льготу, не налоговый вычет, а льготу на земельные участки, на один земельный участок для категорий 55 лет и 60 лет в нашем городе Сочи. Остальные небольшие изменения, которые там произошли, но это вот важный очень момент, который мы сохраняем льгота, то есть полное освобождение от налога. Также установлены новые сроки уплаты земельного налога. Его нужно погасить не позднее 1 марта. Изменения коснулись и имущественного налога. В частности, рассмотрен дополнительный налоговый вычет для многодетных семей. Его размер равен кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры и 7 квадратных метров общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Мы привели в соответствие с федеральным законом, и теперь включены еще одна категория – многодетные семьи. Налоговый вычет для налога на имущество физических лиц – это как категория у нас – многодетные семьи со всеми вот вытекающими оттуда положениями, которые указаны в федеральном законе. Также установлена ставка налогообложения для гаражей и машиномест в торговых комплексах и бизнес-центрах. Она составляет 0,1%. Ну и с 1 января предприниматели, занимающиеся торговлей лекарствами, одеждой, обувью и меховыми изделиями, должны будут маркировать товары контрольными знаками и перейти на упрощенную систему налогообложения. Форма налога на другие виды деятельности останется прежней. А вот в правилах землепользования и застройки депутаты все-таки поставили точку. В городское собрание Сочи поступало много обращений от жителей, которые интересовались трактовкой понятия надземного и подземного этажа, так как количество этажей входит в коэффициент использования территорий. Сегодняшним решением утверждено, что в понятие «надземный этаж» не входят подвальные, подземные и цокольные помещения, если высота их перекрытия не превышает 2 метров от среднепланировочного уровня земли. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.